хотели бы начать наше мероприятие, которое посвящено, собственно, перспективам развития грибного производства в России, перспективности Новосибирской области как площадки для развития новых грибных производств, новых фабрик. Наше мероприятие посвящено, мы представим сегодня инвест-программу группы компании «Новая Россия», программу по развитию производства на ближайшие 7 лет и расскажем о выходе на новый рынок. Вот, я хотела бы сначала представить известное слово Антону Титову, директору группы компании «Новая Россия». Благодарю, что только летний день нас собралось здесь. Сегодняшний повод на социальный запуск нового цеха. Буквально 5 минут назад у нас произведена была первая пара перцев. У нас бердские перцы, мы, наверное, скоро бренд такой будем регистрировать. Это новое направление для нас, для нашей компании. До сегодняшнего дня обувь России занималась только гражданским ассортиментом, преимущественно женской обуви. Вот. И сейчас мы выходим на новый для себя рынок, это рынок специальной обуви. И начинаем работу на этом рынке мы с производства военной обуви. Но у нас позже будет уже и презентация, и свободное общение, пресс-конференция будет, поэтому сейчас углубляться не буду, поскольку у нас с вами познавательная экскурсия будет по предприятию, вы сможете посмотреть от начала до конца, как производится обувь, как буквально там из кожи, из материалов, из разных, из рулонных, как роится, шьется и потом дальше приливается подошва. Вот. Достаточно такой интересный процесс. Вот. Также можно будет пообщаться с нашими партнерами. Это компания «Ларгос», Александр Таваш, директор компании «Ларгос». Собственно, наши заказчики, вот, под чьим присмотром и под чей заказ мы сейчас производим первую партию берцев. Поэтому тоже можете задавать вопросы сегодня в течение дня. Вот. Также основатель компании «Тейпер» я. Здесь сейчас вместе с нами, он тоже может рассказать, как все это строилось, с чего начиналась фабрика «Степ», вот, и сейчас эта компания входит в группу «Обувь России». Вот, ну, я хотел бы Николаю Николаевичу Семенову передать. Добрый день. Ну, я ничем не отличаюсь от представителей средств массовой информации. Я впервые на этом предприятии. Приехал как раз с тем, чтобы познакомиться с тем, как они работают, как они будут реализовывать свой проект. Значит, с этим предприятием мы связываем восстановление объемов производства обуви на территории Новосибирской области. К сожалению, вот по этой позиции, по данным статистического учета, значит, и прошлый год, и текущий год, пока по объему производства мы отстаем от объема 2014 года на территории Новосибирской области, но как раз подобные проекты вселяют уверенность в том, что предыдущие показатели будут достигнуты, и я надеюсь, что этот объем будет превышен, как раз основа тому реализация подобных проектов. Значит, что интересно, то что здесь на территории Новосибирской области есть ряд амбициозных проектов в области расширения обувного производства. Вы знаете, что с участием, в том числе и этой компании, при участии, при обсуждении прорабатывается вопрос создания обувного кластера с участием как российских компаний, надеюсь, что они составят основу этого проекта, так и иностранных компаний. Это проект в стадии разработки, а то, что мы сегодня присутствуем при реализации конкретного производства, вселяет уверенность в том, что на территории города Терска надолго, навсегда будет создано и реализовывается как раз современное производство обуви, как специальное, так и повседневное население Новосибирской области. Я рад приветствовать компанию, желаю и руководству, и всему коллективу успехов в реализации этого проекта. Спасибо.
Хорошо, спасибо вам большое. Вот мы хотели бы сейчас вас всех пригласить на нашу фабрику и провести небольшую экскурсию по производству. Мы предлагаем разделиться на 2-3 группы, да, по 10 человек, да, чтобы в процессе можно было вопросы задавать, потому что будем рассказывать о том, как организовано производство, какие там основные этапы и так далее. Мы потом сюда еще вернемся, поэтому вещи какие-то свои можно здесь оставить. И после этого будет, после экскурсии будет пресс-конференция, где мы уже представим нашу весь программу.